Так, у нас очередная посылка из сайта Джум. Заказывала мама, да? Угу. Это, наверное, это ее брошка, да? Может быть, твоя брошка. А может быть, и не брошка. О, какая красивая. Это же цветочек. Это заколочка. Заколочка, цветочек. Не пахнет? Не пахнет, но не соответствует описанию. Почему? На сайте она нарисована очень большая. В отзывах она очень большая. Нам почему-то пришла очень маленькая. Ну ладно, значит не рекомендуем, да? Нет. Хорошо.